Уже завтра стартуют матчи плей-офф Кубка Дэвиса, где казахстанская сборная поборется с действующим чемпионом Аргентины за место в мировой группе. Сегодня в Астане в ходе жеребьевки стали известны имена соперников. Первыми на корт выйдут в пятницу Михаил Кукушкин и Гвидо Пелья. Дмитрий Попко сыграет с Диего Шварцманом. В воскресенье эти игроки поменяются парами. До этого Александр Недосеев будет противостоять аргентинцу Массимо Гонсалесу. Кроме того, Кукушкина ждет еще и встреча с Андресом Малтени. Отмечу, процедура проводилась с национальным колоритом, тянул жребий Беркут. Правда, из-за многочисленных вспышек фотокамер птица не смогла выполнить возложенные на нее обязанности, но настроение участникам подняла. По словам аргентинцев, такого они еще не видели. Спасибо за такой теплый прием. Казахстан – удивительная страна. Что касается турнира, я знаю всех игроков сборной соперников. Считаю, что все они отличные спортсмены. С Михаилом Кукушкиным, например, мы давно знакомы. Он опасный соперник, поэтому я не считаю, что игры будут легкими.